Полиция приехала. Как тушить, если капот закрыт? Она же машина-то у нас это закрыта. Внутрь не попадешь. Это только пеной можно тушить, водой ни в коем случае нельзя. Что там масло? Да конечно, конечно. Пенный огнетушитель. У них-то гаишников должен быть. Но внутри-то не затушишь все равно. Но уже эти телеоператоры при... Нет, не при... Мы самые... Эксклюзив у нас будет. Давай, туши. Нет. Надо капот открывать. Ну, а как откроешь? Машина же не закрыта. Ломиться. Ну, не знаю. Что, ушивать уже нечего, все равно. Ну, внутри-то да, а в салон-то еще можно спасти. Двигатель, вся проводка выгорела, все там. Снимаю видео, да. Да, не стоит. О, владелец прибежал. Вообще огонь открытый уже. О, взорвался что-то. Карбюратор, похоже. Пожарные. Угу. Хозяин, ну.